Несколько фестивалей и сразу несколько наград. Солистки эстрадно-джазового отделения детской школы искусств покоряют новые вершины. В рамках культурно-образовательного проекта «Я могу» проходил международный фестиваль детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Саровчанка Василина Афонина стала лауреатом первой степени. Пела песню «Смайл» Джамала. Эта песня очень веселая, такая интересная, жизнерадостная, и мне очень захотелось ее спеть. Когда в первом классе перед Василиной встал вопрос, чем заняться в свободное от школы время, выбор пал на вокальное отделение. Больше остальных солистка любит исполнять песни на английском языке. Характер композиции должен быть бодрым и веселым, считает Василина, чтобы передавать зрителю только положительные эмоции. Когда ты поешь, ты вот все это про себя чувствуешь песню, ты можешь почувствовать эмоции, то есть, ну, тебе это нравится. Ты можешь красиво владеть своим голосом. Участие в фестивалях – полезный опыт для солистов. За свои 10 лет Василина Афонина съездила на 9 фестивалей. Помимо диплома лауреата первой степени, в Казани она получила сертификат номинанта и теперь может бороться за международную премию «Артист-2019». Фестивали, дети выбирают сами. Им уже нравятся конкретные места, конкретные города. Им нравится жюри одно, другое. Те, кто их хвалит, те, кто ругает. Им нравится посещать различные конкурсы. Дальше может быть Москва, может быть Санкт-Петербург, может быть Казань, может быть Нижний Новгород. То есть все время траектория вот этих вот конкурсов, она меняется. Еще одна ученица Анжелики Ермаковой, Дарья Листратова, привезла в Саров награды сразу с 4 фестивалей, которые проходили в Санкт-Петербурге. И как результат, 3 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.